Всем, друзья, привет, мы на КПЛей, и мы продолжаем играть в Star Wars. Когда захочешь лететь, дай знать, я буду здесь. Кэл, давай не сейчас. Ну, окей. Раньше я бы даже не стала возиться с мятежным сбродом. Знаю, что он здесь был. И за это все вы поплатитесь. Засранка. Ой, нифига здесь. Прилично. Эй, Биди, что это? Хорошо, Биди, что это? Новый дождевой лес. Так, мы оттуда приходили. Там ничего нет интересного. Чойс и комари нарисовали для тебя маршрут к месту встречи с Тарфулом. Рада, что ты в порядке. Прости, что не смог прибыть раньше, но я не забыл о Кашиике. Здесь опасно. Со уже ушел, так как потери слишком велики. Если вы уйдете, вуки лишатся поддержки. Не совсем. Мари остается с Чойсиком и Тарфулом. Часть наших примкнула к ним. А ты? Моя дочь уже лишилась отца. Я не могу. Но я и другие найдем способ послужить нашему делу. Береги себя, Мириена. Мари сказала, что вас разгромили. Но я не думал, что все так плохо. С Империей всегда так. Но ты еще можешь преуспеть со своей миссией. Я найду способ помочь вам. Ты и так немало сделал. Спасибо, Кэл. Все, побегли. Ну, вроде бы все правильно. Бросаю светошумовую. Подтверждаю.
Тебе не выжить! От меня не скрыться! Тоже мне. Слабовато. Двери закрыты. Кэл, как слышно? Сэра сообщила мне частоту твоего кома. Мари, ты в порядке? Да, в отличие от многих других. Мириэна передала тебе координаты места встречи? Передала. Я уже в пути. Хорошо. Мы уже почти на месте, но долго тянуть нельзя. Империя не дремлет. Примчусь как можно скорее. Что это, гусеница? Беги! Сюда! Я знал, что ты туда рванешь. Что это, Беги? Ну, сейчас. Держись рядом, Беги. Они, похоже, быстрые. Да. Да, точно. До свидания. Что у нас с пачком? Сколько. Ты это видел? Не дура. Попался. Да ладно, да.
короткий путь какой-то. Не убежишь! Стим, беги! Или не победи! Я пробью твою защиту! Ты не убежишь! Я не боюсь боли! Я одолею тебя! Беги! Давай, Стим! Командир штурмовиков-охотников. Опасен на дальние расстояния. Постарайтесь сократить дистанцию. Избегайте шоковых гранат или используйте их против ближайших штурмовиков. Штурмовики, охотники, агенты инквизиторы. Которые империя получила истребление уцелевших предателей из Ордена Джедаев. Они предпочитают действовать в тени. Поддержка операции инквизиторов по всей галактике. Полный перечень их полномочий. Загадка для же высокопоставленных имперских офицеров. Это бойцы особого назначения, владеют широчайшим спектром вооружений и тактических приемов, но их излюбленная пикировка бластера и шоковые гранаты. Окей. А, во. Открывай. Спасибо, Биди. Красота какая, да? Мари, как слышно? Я у теневых земель, рядом с упавшим шагоходом. Это Со его подбил при отступлении. Он с тобой? Нет. Больше нет. Поговорим об этом, как вернешься. А как он через... Бараном долбит. Эй, Биди, глянь сюда. О, ты что-то нашел? То, что доктор написал.
новый материал Святого Меча, Кроги. Люкиты. А что здесь? Хочешь проверить? Посмотрим, что ты нашел. Вон что. Здесь ничего интересного. Нормально, да. Чем-то пахнет. Что за запах? Да тут весь лес живой. Угу. Молочная трава. Надеюсь, гриза они не напугают. Дерево какое-то. Что-то в этом месте, оно для них священно. Замечательно. Могу стрелять! Атакуем, когда он откроется! Я попал по нему! Угу. Пока. Твоя смерть близка!
Видел что-то подобное? И я нет. Давайте на этих грибах остановимся, друзья. И в следующей серии продолжим. На этом все. Всем большое спасибо. Всем аригато. Всем пока-пока.